Ух ты, и снова я. Александр Криволап, печенеги. Ребята, это... У меня здесь посажена голубика. А как я ее посадил, эту голубику, сейчас я все расскажу. Где-то в середине апреля внук привез нам две голубики. Одна более-менее распустилась, а вторая не распустилась. Ну, и мы решили заказать еще две голубики. 27 апреля заказали, 29 апреля пришла. Две голубики пришло по новой почте. Голубика Патриот, вот это вот, и голубика Блюкроп. Ну что ж, мне пришлось вырыть траншею длиной 3,30, траншея 3,30, шириной 80 сантиметров и глубиной 45 сантиметров. Загрузил я эту траншею, можно так сказать, лесным опытом сосновым и торфом из сосны. В сосне есть озеро, и там я брал торф. Засыпал я сначала мешок лесного опыта соснового, два мешка торфа. Мешок опыта, два мешка торфа. Все это перемешал. Всего я в эту яму загрузил 20 мешков торфа и 10 мешков соснового опода. А вот это вот наша голубика Патриот. Я не характеристики сейчас не буду говорить, а скажу характеристику тогда, когда у меня что-то получится. Когда здесь на ней будут ягодки. Посадили мы ее 30 апреля. Ну, она что-то... Все мои что-то, голубики, ни туда, ни сюда. Пришлось их выкопать. Эту голубичку выкопать. И корень немножко промыть в чистой воде. Потом я перемешал ведро торфа, пол ведра, третья часть ведра песка, третья часть ведра земли лесной. А землю брал я возле дуба. В лесу это все перемешал. И лесной опад, третью часть ведра, перемешал и посадил эту красавицу, голубику Патриот. Это было 5 мая. Я ее пересадил. Эту пересадил 5 мая. Блюкроп пересадил 5 мая. И сейчас более-менее побеги, ну, где-то по 2 сантиметра есть. Так что цикл пошел расти. Поливаю я свою голубику дождевой водой. Когда идет дождь, я собираю воду и поливаю дождевой водой. И это третья голубичка Блюкроп. Еще я сделал вот такую, такое типа удобрение или что. Взял это ведро 20-литровое. Взял третью часть, насыпал торфа. И залил я дождевой водой. Вот это ведро
уже дней 8-10 настаивается. И когда я поливаю свою голубику, я на ведро где-то литру добавляю этого раствора, который настоялся на торфе с водой. Вот так-то. Вот так-то, ребятка, я посадил голубику. Да, тяжелый труд копать яму, завозить торфом и сажать. Но ничего, если будет расти моя голубика, главное, чтобы она перезимовала зиму. На зиму я буду укрывать обязательно. И когда ягодки будут на голубике, я вам покажу. И тогда расскажу, запишу все характеристики голубики Патриот и голубики Блюкроп. А так вы можете найти в интернете. Это зимостойкий сорт. Выдерживает температуру до минус 40 градусов. Не знаю, правда или нет. Будем пробовать. Зима покажет, что будет. Ну все, ребятка, я буду на этом заканчивать свой рассказ о том, как я посадил голубику на своем участке. А, прошу прощения, ребята, еще. Яму я обставил шифером. Со всех четырех концов я обставил шифером эту траншею. Ну, кто пленка, но я пленка не хочу. Пленка разлагается и прочее, прочее. Не. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Как я сажал голубику. Мой рассказ. Кто хочет посадить, хорошего вам урожая всем.